Привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня будет большая посылка с сайта Pet Shop. Pet Shop, что-то там. Это очень круто. Вот, и еще тут вкусняшки и наполнитель. Вот, давайте мы начнем. Я эту посылку еще не распаковывала, я не помню, что я там заказала. Но некоторые я помню. Да, Лёля, давай начнем. В общем, я открыла посылку, тут у сайта много всего. Так, давайте смотреть поочередно. Так, первые две вещи, это наполнитель пилки и это, сейчас, древесный наполнитель для шустрика. Я просто заказала, я забыла, что у нас есть еще вот этот, и пилки для хомяка. Только все пахнет каким-то запахом неприятным, ну ладно, это ничего. Вот, давайте дальше. Следующее тут, что это было в заказе, как бы само, вот все вещи, так. Это маленькие такие вещички, разные вкусняшки. Давайте я их сейчас открою, покажу вам. Так, в общем, первое. Так, такие вкусняшки. Клифи. По-моему, они с кальцием. Такие вот тут печеньки. Это для Миши, потому что говорят, такие есть не будет. Но посмотрим, если будет, то ей будут давать. Так, давайте дальше. Следующие, это две такие пачки лакомств. От фирмы Organics. Это для Лёли и Миши, для дрессировки. Вот такие вот. Вкусняшки маленькие, как раз по размеру и очень удобно. Дальше это корм для рыб тетрамин. Вот такой вот, потому что у моих рыб закончился уже почти. Там немножко осталось, я надеялась, что он придет. И вот пришел как раз тогда, когда нужно. Вот. Дальше это лакомство для собак. Веселая прогулка. Вот, это витаминки вот такие, я не помню, с чем они там, для чего. По-моему, сейчас. Ну, это просто как лакомство-витаминки, просто для собаки. Я буду давать Мише, но Лёля тоже, скорее всего, есть не будет. Да, Лёля? Еще одна тоже такая же, только это вот для здоровья суставов, а это просто веселая прогулка, вот я поняла. Это тоже для Миши, чтобы... Ему, чтобы у него были, ну, хорошие суставы, кости, чтобы было все у него крепко и здорово. Дальше это от фирмы Neo Pharmavit. Это совершенство шерсти для собак. Так, Миша, ну, с ним немножко болеет, у него идет аллергия, скорее всего, на корм. Вот. И я вот сейчас взяла, у нас есть витаминки от аллергии, и еще для шерсти взяла, потому что если так будет пойдет, он заболеет, у него уже будет все плохо. Сейчас мы его лечим. Вот. И вот это вот витаминки, чтобы ему давать. Давайте дальше. Последнее, что тут как бы самое главное, это корм Гол для Миши. Потому что я же сказала в прошлый раз, то, что у него аллергия, скорее всего, на корм. Как нам сказали ветеринары, лучше поменять корм. Я выбрала Гол, потому что он был по хорошей цене. И как бы это тоже холистикласс на уровне Грандорфа. Вот. Тут 11 килограмм. Будем давать Мише сейчас переводить потихоньку. Вот. Граммы тут не маленькие. Ну, достаточно нормальные. Но помимо них, конечно, лучше было бы побольше. Ну, это, по-моему, максимальный размер. Вот. Что вот я купила в другом зоомагазине. Обычно тоже наполнитель фирмы Эко. Вот такой вот. Древесный тоже для шустрика. И еще лакомства вот такие вот. Нежные сердечки от фирмы Трио с треской и говядиной. Я уже такие давала Лёле и Мише. Я случайно взяла для кошек. Я не увидела, мне казалось, там было для собак, потому что там весь отдел был для собак, как бы всех лакомств, и тут для кошки. Я просто не увидела. Вот, но я не считаю, что в этом чего-то плохого давать собаке кошачье лакомство. Тем более это не так часто происходит. Я всегда покупаю для собак. Вот, им очень понравилось. Вот, давайте сейчас Лёле дам. Они вот такие вот. На. Лёле нравится, она любит все такие, такое мясное, а печеньки и витаминки она не особо. Ты мой хороший. Вот. Ребята, если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Это были все покупки. И всем пока-пока-пока-пока-пока.